Активисты Одинцовского отделения партии «Единая Россия» осмотрели площадку под строительство детского сада на 400 мест в микрорайоне «Новая Трехгорка» и приняли участие в информационной встрече представителей компании-застройщика с местными жителями. В апреле начнутся работы по забивке свай. Строители просят с пониманием отнестись к временному шуму. График будет максимально откорректирован с учетом пожеланий. Завершение строительства намечено на 2023 год.